Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Darkness. В последней серии мы потеряли своего пра-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 дедушку. Он погиб от рук вот этой вот страшной, непонятной, адской твари, которую мы в итоге потом запилили из танковых пулеметов на этом, как бы, танке. Перед смертью дед нам поведал о том, как нужно бороться с тьмой. Нужно всегда хранить свет в себе. После чего тьма скинула его куда-то в бездны этого мира. И теперь нам пора убираться. Так, но нам нужно не сюда. Следовательно, нам нужно куда-то сюда. Нам вообще нужно найти снаряд для той мега-пушки. Таким макаром, собственно, пробить брешь в обороне фашистов. Я не совсем понимаю, зачем мы это делаем, но раз надо, так надо, как говорится. Почему бы и нет? Так, тупик. А нет, не тупик. Заткнись, твар. Так, тут заперто, короче говоря. Вход в замок. Транспорт. What if you get to the end of the line? I mean, what then? Maybe there is a way out, and I just can't find it yet. Or maybe it's through here, in the heart of the darkness. Or maybe I'm just walking into a trap. Разберемся, Джеки. Не волнуйся. Снаряд. Вот он, кстати говоря. Могу сказать, что мне не нравятся эти звуки. Тихо. Ничего. Ничего сложного особо. Хотя, как правило, в такие моменты обычно ты погибаешь, когда говоришь ничего сложного. Так, ладно. Сейчас мы сначала вырубим весь свет, придем маленько в себя, а потом мы, похоже, откроем дверку вот этим рычагом. Или для чего? Дави рычаг. Не в ту сторону. Или в ту. Сейчас узнаем. Слушай, это сейчас будет весело, по-моему. Я так предчувствую. Так, ладно, пошли. Очередной пулемет. Поехали. Американские горки верхом на артиллерийском снаряде. Бляха. Вас хрен попадешь, конечно. Да и смысл-то в вас попадать? Алло, я в тебя вроде стреляю.
Так, мне нужно... Какого хрена? Почему я не могу спуститься? Короче говоря, это все хорошо, конечно. Только их там что-то слишком до хрена, по-моему. Эй, не вставай! Ну ладно, более-менее нормально. О, сколько вас тут засранцев таких. Тихо, не падай. Все, один наверху остался. Он уже встал, наверное? Или нет? А, он не может встать, он повис, потому что... Это хорошо. Виси. Видимо, в таком случае воскрешение не отрабатывается. Эй. Ну вот, сгладил. Твою мать, что за придурок? Чё? Твою мать, я даже не понял, что произошло. Надеюсь, мне не надо сейчас по новому всех этих уродов убивать. Это будет печально. Скорее всего, надо. Да. Это действительно печально. Так. Отсюда меня не пустят. Может, мне зарядить как-то надо, прежде чем туда идти? Видимо, нет. Ну ладно. Так, выходите давайте уже, засранцы. Срать господи! Так, и с этой стороны один должен быть. А, нет, он далеко. Да где ты? По голосу вроде близко. А так посмотришь, вроде нет. Ну давай, ну. Как неприкольно стрелять. Кто бы знал, а? Так, ты лег. Остался наверху, похоже, парняга только. Алло. Хрен поймешь. Будем считать, что он умер. Или лучше подстраховаться, а то сейчас опять грохнет, это будет. Вот так вот. Отлично. Да мать твою, стреляй ты в него. Вот в такие моменты и убивают обычно. Так, нет, мне со всей определенностью нужно туда. Но там у нас какой-то непонятный самолет, что ли, стреляет. Или чё? Убивает с пары выстрелов. Или может со спины? Чё меня убило в прошлый раз тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Добрый день, бетолага. Скажи что-нибудь. У тебя акцент прикольный. Ладно. Он на меня зол, похоже.
Отлично. Замок... А, замок теперь открыт. Войди в самое сердце тьмы. Было бы неплохо, если это было бы наше последнее посещение. А, да? Потому что мне в нем, честно говоря, не сильно нравится. Так, я там внизу сейчас не встречу этого архаровца, который упал. Вроде бы нет. Так, мне в замок, похоже, надо идти. Я надеюсь, эта дура сзади сейчас не поедет. Что-то занервничал, по-моему, да? Что-то он нервничает совсем со страшной силой. This is the heart of the darkness. It's where the creature dwells. Это не очень хорошо. I think this is the end of the line. Don't let it win. Дженни говорит, не дай, говорит, ему выиграть. А, я помню это место. Я тут парился где-то, наверное, блин, с несколько часов, пока допер, что делать надо. Или это не оно? Nothing for you here. Сдать оружие тьмы? Держи. Там Дженни позади, что ли? Да, точно. Так, сюда что нужно? Включить эту бывающую машину. Что-то больная какая-то фантазия. Так, ладно, не по порядку, конечно, но, в принципе, ладно. Чё там происходит вообще? Всю тьму высосал из себя. И вот моя темная сущность вышла. Собственно, это тьма. С ней можно очень долго воевать и безрезультатно. Ничего, никакого результата не будет. Нужно просто подойти к ней без оружия.
все, выиграл я его таким образом. Да это очень сложно запереть было мне в первый раз, я помню это место. Да. Рано или поздно все равно тьма возьмет вверх. И мы снова вернулись после второй уже смерти в наш мир, в Нью-Йорк наших дней, в этот сожженный приют, где потеряли Дженни. Кругом тишина и ночь. Как обычно, ощущение полной безнадеги. Saying, where's my flying car? I thought we have them by now. They're called planes. No, I mean a car you could park in your garage. Now, when I was a kid, I was going to invent a flying car. So why didn't you? Well, I got sidetracked. Well, that doesn't surprise me. It's a full-time job being a sewage worker. I'm sorry, a sanitation technician. I should have invented a flying car. I would have made millions. But every time you try to invent something, it turns out like shit. Remember that robot you made? What was it called? The Robomatic 2000? It was 3000, actually. It would have worked fine if I had some operating capital. It was made out of cardboard. That's just to save money on the prototype. And Lenny had to sit inside operating it. So what's wrong with that? Well, maybe I don't have the foresight of a brilliant inventor such as yourself, but it seems to me that you were pretty far off anything near a working design. That's not fair. The Lenny dependency was a design flaw, but nothing that couldn't have been resolved. Hmm. Did you ever think about using a material other than cardboard, like Kevlar or something? Yeah, to protect Lenny. That's brilliant. Maybe I should re-examine that design. Something that's not so prone to catching fire. Look, I'm not so sure that's the right approach. I could make it out of cement. Flying cement everywhere. Yeah, but it usually belongs to someone. All right, how about egg boxes? Also combustible. Scrap metal. There are plenty of fridges lying around, and they're always full of old electronic parts. Didn't this start with you wanting to invent a flying car? I changed my mind. Imagine what this could do for people. It'd be a cheap source of labor for everyone. Я не буду это комментировать, но это было круто. Так, ладно. Понятно. На станции Фултон опять. Anyone who says the subway is dangerous never sat in the back of a yellow cab going the wrong way. At 90 miles an hour, through the Midtown Tunnel, with a guy who can't speak a lick of English, my buddy, Crazy Abdul. Да. Сколько, интересно, времени прошло с момента нашей второй смерти? Вот телефон. Какой-то извращенец. Hello, this is Pete the Feet's Dry Cleaning and Laundry Service. We remove all kinds of stains from your rugs. Blood, brains, teeth, or any combination thereof. And we laundry stuff too. Так, последний у нас сегодня. Сегодня неприкольные какие-то звонки.
Ладно, так, что мне надо делать? Последняя вещь, упомянутая Широти, была чем-то, что называлось, Богоматерью. Возможно, кто-то из старой банды знает об этом. То есть мне надо поговорить, где-то здесь на танце, видимо, встретить ребятушек. Так, подожди. Куда идти, пока не представляю. А вот, кстати говоря, опять ты. Ах, Шрот сдох все-таки. Considering pulling the plug on your dear old Uncle Paulie. He's on his knees, ready to suck whatever dick he can so he won't freeze his assets. He's holed up. Not even Butcher knows where. Schrode's people mentioned Mother of God. Now, I think it had something to do with the administration in Chicago. You know anything about that? Strange. He and Paulie got religious. Run the name with Butcher. He's gonna shit in his britches when you show up. You're supposed to be dead. So go see Butcher. He should be over Aunt Sarah's. He's up and around with some stuff or some shit. I don't know. Понятно. Можно к своей тете ехать. Мартарелла сказал, что вам нужно увидеться с Батчером по поводу Божьей Матери. Он у тети Сары. Ее квартиру вы найдете на Малиновой улице в Нижнем Эстсайде. Это нам сейчас нужно будет на поезде ехать вроде как. Да, и как раз поезд приезжает. Так, да. С Канал Стрит, по-моему, там подъем как раз на этот Эстсайд. There's something coming. Maybe it's that eclipse they were talking about on the news. Yeah, just feels weird. Whatever it is, it's big. I feel like a penguin trying to stop a runaway polar bear. Jenny? Офигеть. Fuck me, Deadhead. Так, лохотрончик-то тут? Нет, это не тут. Ну ладно, он, по-моему, в том краю, по этой станции. Чайнатаун туда, нам, значит, не туда. Да, он из сайта в ту сторону. Так, Эстсайд направо. Чакра Ассасин. В книжных магазинах сегодня. Так, хорошо. Поле там, похоже, вообще уже конкретно зажался. И готов, говорят, лизать любую задницу, лишь бы ему оказали поддержку. Очень его пугает вся эта ситуация. The Mother of God thing was way too obvious. I figured it had to be something else. Now I knew that Aunt Sarah and Butcher were ready to see Schrote and Paulie's asses on a platter. I've already got an opening. Maybe they can help turn it into a gaping hole.
Так. Тетя наша, по-моему, тут живет. А, так, знаете, давайте, в принципе, прекращать эту серию. Потому что там, я чувствую, что-то сейчас будет. Давайте еще пару номеров обзвоним. Как раз еще на пару минут. А, тут телефон сломанный. Ну ладно, не судьба, значит. Дадим письма. В принципе, ладно, на этом закончим. В следующей серии уже поговорим со старыми членами семьи. Возможно, они что-то новое предложат насчет этой Божьей Матери непонятной. В принципе, пока на этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.